Привет, ребятки, и сейчас мы будем на Лизином канале снимать Лизин дом, Лиза куда-то ушла, магазин. Так, я спустюсь. Свинья повешена, ну и Лизы. Эй, Лиза, ты что косточку ешь? Ладно. Так. Это дело, чтобы зомбаки не проходили. Но я это могу пройти. Так. И сейчас... О, кроватка. Сейчас посплю. О. Ладно, ну, господи. Так. И кроватки вот. А дверь. Стоп. Что это такое? Раннерские блоки. Так, сундуки. А дверь. Конечно, а вот тоже. Басики оригинал. Так. Сейчас такой знак. Тит. Ну да, ТНТ это вообще, конечно. Ну ладно. Я взорву этот мир на кусочки этими деньги, надеюсь, никто не заметит. И даже страница оборвана. Может быть, просто выпали. Так, заберу так. И факел, и костер, чтоб не подсогли. Ничего. Так, закрываю. И ухожу. Ой, я ухожу. И ухожу. Так. Ребятки, я вернулась себе домой. Вот мой другой домик. Снег такой прикольный. Деревья все красивые. Я в креативе нахожусь. Купила в магазинчике каких-то вот таких штучек. Какой-то меч купила тоже. Блин, почему мои родители там смеются? Господи, бесит очень сильно. Ой, блин, это не я была. Свой же дом сломала. Так. Оп. Ну что же, проверяем мое самое главное. Пошлите. Закрываем дверь обязательно за собой. Ой, господи, там не важно, что у меня. В общем, вот, не открывать. И вот, блин, зачем я вам это рассказала? Ладно, все. Вы о чем вы не рассказываете, не пишите ему в комментариях об этом. Подождите, стоп. Кто-то явно был. Кто-то явно был. Что-то у нас тут разложено не так. Так, ладно, ладно. Все перебирали там. Фух, ладно, давайте я вам прочитаю эту книгу, которая там лежит. Я вам все же прочитаю. Только вы реально никому не расскажете. Особенно на Артемином канале точно. Я взорву этот мир на кусочки этими ТНТ. Надеюсь, никто не заметит. В общем, складываем книгу обратно. Ну и в общем, пошлите. Я пойду прогуляюсь, там снег очень прикольненько. Пойду куда-нибудь на поле. Где-нибудь найду поле сейчас. Всем. Лиза ушла в снегу купаться. В снегу купаться Лиза ушла. И сейчас туда до... Высосну. Так. Я...
Так, погуляла-ка я по снегу. Интересно, может, какой-нибудь грабитель, который у меня украл эти ТНТ, заходил ко мне? Нужно пойти обязательно проверить. На всякий случай возьмем меч. Блин, не сломалась лестница, кажется. Так, стоп, что дверь открыта? Да блин, лестница сломанная. Ладно, давайте так вот сделаем, мне так легче будет. Даже кто-то лестницу сломал. Дверь. А, дверь закрыта. Я только что закрыла, я уже забыла. Пойдемте проверять с мечом потихонечку. Пойдемте проверять. Вот и грабитель!